Депутаты Комитета по госполитике Законодательного собрания Забайкалья проголосовали за продление полномочий действующей главы контрольно-счетной палаты края Светланы Дорабалюк до утверждения предложенного кандидата Сергея Новиченко. Об этом СМИ сообщил один из депутатов краевого парламента. Он добавил, что решение комитета обсудят на предстоящей сессии Заксобра 22 декабря. По мнению источника, депутаты поддержали решение о продлении сроков полномочий Дорабалюк с 2013 года. Напомним, пост главы КСП Забайкалья занимает именно Светлана Дорабалюк. До этого в течение 5 лет она была министром финансов региона. Ранее сообщалось, что губернатор Забайкалья Осипов выступил категорически против того, чтобы Светлана Дорабалюк и дальше возглавляла КСП.